Московская неделя дизайна стартовала в большом городе. Здесь, на фабрике «Красный Октябрь», был дан старт событиям, которые будут разворачиваться в городе до 16 октября. Среди этих событий всевозможные лекции, мастер-классы, а также презентации, инсталляции и все, что связано с дизайном и имеет отметку «стильно» и «необычно». Например, обратите внимание, вы думаете, это чей-то слепок, например, мой? Нет, это кресло. Кто бы мог подумать? Давайте я присяду, а пока вы узнаете, что же вообще в рамках этой недели обещают нам организаторы. И я думаю, что это один из очень важных проектов для Москвы, потому что это событие позволяет всему, как и профессиональному сообществу, так и просто людям увидеть, что такое дизайн. И я думаю, что дизайн – это свобода, в некотором смысле, свобода творчества, свобода изъявления тех мыслей, которые у вас возникают. И в этой связи, когда люди придут в парк Горького или в музей архитектуры, или на винзавод, или в центральный дом художника, можно будет смотреть настолько разные проекты, которые расширят их понимание того, что такое дизайн и что можно сделать, даже не уезжая далеко. Одними из первых свою выставку представили итальянцы. Естественно, она называется «Made in Italy». Представил ее итальянский дизайнер Джулио Капеллини. Здесь все от домашнего обихода до промышленного дизайна. Но чтобы разобраться в многообразии выставок и всевозможных инсталляций, в ресторанах и кинотеатрах города организованы информационные точки, где все желающие смогут получить карту-путеводитель и другую информацию о неделе дизайна в Москве. Вообще, Moscow Design Week – это действительно большое событие для нашего города, потому что приехали известные дизайнеры со всего мира. И целую неделю Москва будет доказывать мировому дизайн-сообществу, что наряду, например, с Лондоном, Парижем или Нью-Йорком, в Москве знают, что такое дизайн. А в многочисленных дизайнерских выставках и инсталляциях, интерактивных программах смогут поучаствовать и москвичи. Самые грандиозные ожидания от этой выставки. И хочется на самом деле увидеть что-то новое, интересное. Дизайн – это комфорт. Это стиль. Мы хотим жить красиво, комфортно и стильно. Я надеюсь, что я здесь вдохновлюсь на будущее, на свое творчество, и как бы оно меня сподвигнет на каким-то результатом. Для многих москвичей обычные дизайнерские вещи зачастую становятся дорогим и недоступным элементом повседневной жизни. Однако организаторы Moscow Design Week пытаются разрушить эти стереотипы и призывают москвичей смотреть на обычные вещи с помощью нового дизайнерского ракурса. Как, например, сейчас сделаю это я. Павел Давыдов, Иван Мельничук, Андрей Конаков, Москва, 24.